Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию матча «Строитель 1» и «Виктория» в рамках очередного тура первенства Республики Татарстан. Идет приветствие команд. Команда «Строитель» в розовой форме, команда «Виктория» в красной. Сейчас определимся. Капитаны. Кто будет начинать? И команда Виктории будет начинать слева. Стартовый состав нашей команды. В воротах Ефимов Максим. В защите Иванов Артур, Карапетян Малик, Халимов Булат, полузащита Загайнов Артем, Якубов Данир, Колесников Радмир и в нападении Минеев Николай. Запасные игроки у нас Сафронов Александр и Оболонский Артем. Якубов по правому флангу сейчас. Колесников. Карапетян сейчас находится в центре Загайнова. Перевод на левый фланг. Халимов. Колесников Загайнову. Загайнов переводит Якубова. Минеев забегает. И увидел сейчас Якубов. Колесникова. Колесников. Остановился. Радмир не стал вострять. Якубов хорошо сыграл с Минеева. Минеев. Подача. И не успевает Якубов на добивание. Аут. Плюсик поставьте, пожалуйста. Звук идет, не идет у нас. Ага, Халим с мячом. Якубов. Сейчас пытаются наши ребята растянуть защиту. Команда Виктория, довольно-таки плотно Виктория играет в обороне. Ну, пока контроль мяча у наших ребят, но это как бы без продолжения в центре поля. Халимов. Надежно сейчас в защите играет. Иванов отбирает мяч после перехвата Колесникова. Через дом Скалимов. Нету продолжения, довольно плотно Виктория в обороне. Все команды они сейчас на своей половине поля. Карапетян, хорошая задумка. Не прошла сейчас передача. Иванов. Нельзя выступать сейчас. Да нет.
И увидел Карапетян сейчас забегание Колесникова. Надо догонять сейчас Радмиру мяч. А выиграл Колесников. Сохраняет мяч. Не получилось создать опасное преимущество. Капитан, дальний удар. Голкипер. Виктория сейчас переводит мяч на угловой. О, и сейчас на перекладине Якубов. Быстрый розыгрыш, Халимов. Карапетян. И перевод на Колесникова. Загаем сейчас. Подача в штрафную. Минеев выцарапал сейчас мяч, скидка на Загайнова, удар. Вратарь хорошо занимает позицию у Виктории. Иванов. А вот в пользу команды строителей. Колесников, Радмир, вводит мяч из боковой. Минеев. Можно играть. Халим сохраняет между своей командой. Колесников сейчас борется. Можно играть. Очередной аут с команды строителей. Карапетян хорошо врезает сейчас на Колесникова. Далеко отпустил сейчас Радмир мяч. Якубов. Зарабатывать Якубов главы. Минеев будет подавать. Дача Иванов. Удар Иванов. Иванов Артур открывает счет в этом матче. Смена в команде Виктория. Не дает Карапетян себя обыграть. Якубов. Передача в центр Загайнова. Надо поднять голову. Сейчас выйдет Колесников. Обороны Виктории будет тяжело нашим ребятам сегодня. Надо будет использовать по максимуму стандартам моменты. И проходит передача на Халимова. Халимов. Подача. Имени в слету выше ворот. Сейчас.
Хорошая комбинация. И надо отметить передачу на Халимова. Карапетян в центре сейчас пытается поднять атаку. Иванов. Загайнов с мячом. Находит мяч до Колесникова. Ну, Колесников хорошо перебрасывает. Убегает. Защитники страхуют сейчас. Иванов. Проходит Иванов сейчас. За счет физических данных защитника. Карапетян страхует сейчас свой правый фланг. Ну, слышим установку тренера команды Виктории, что надо играть от обороны. Загайнов хороший заброс на Сафронова. Сафронов появился вместо Колесникова на поле. Аккуратно надо. Именеев на подборе. Передача. И Якубов опять выше ворот. Пушечным ударом. Иванов царапывает сейчас мяч. Карапетян. Сафронов. Пытаются растянуть за счет контроля сейчас соперников наши ребята. Загайнов. Не дотягивает сейчас Минеев. Минеев надо сейчас караулить. Хороший выход. Сафронов. Стеночку с Ивановым. И Сафронов хорошо прокидывает. По ногам получает. Загайнов хорошо на Халимова. Халимов. Свисток от ворот. Ну, у нас сыграно около 15 минут. Иванов. Первый на мяче. Загайнов в окружении четырех соперников. Не получилось ему передача на коридор на Сафронова. И сам Артем сейчас корпусом оттесняет. Хорошо оттесняет. Открывается.
Карапетяна, не дай сделал передачу. А, вот за команду Виктория. Прерывается передача Виктория. Подача. И после рикошета от Иванова Ефимов сейчас. Опасно срезался мяч. И хорошая игра нашего голкипера. Колесников правда появился у нас на правом фланге. Сафронов сейчас падает. При падении ударился. Сможет продолжать. Нет, меняются Сафронова. У нас Оболонский появляется в нападении в эту паузу. Балонский. Напоминаем, что по-прежнему у нас пока 1-0, автором единственного забитого гола у нас Иванов Артур. Карапетян. Загайнов. Хорошее забегание от Колесникова. Колесников. И походу команда Виктория делает ряд замен. Оказывается, пока помощь у нас Сафронову. Оболонский, Загайнов. Халимов все страхует. Здорово разворачивается. И Колесников. С Оболонским, Якубов. Пытается через центр. Ну, пока Ефимов с мячом, ищет продолжение. Колесников с Оболонским первый на мяче. Не точно передача, что Балонский делает. Халимов. Вместо Оболонского. Минеев появляется на поле. И наша команда по какой-то причине в меньшинстве играет сейчас. Лев, Лев, а что у нас меньше-то? И
И отличный прием от нашего тренера. А? Наш меньше почему? Минеев. Дальний удар. Подскажи, у нас меньше играет. Ну все. Волонский опять появляется на поле. Непонимание в команде произошло. Два Артема сразу ушли на замену. Волонский, Колесников. В подкате сейчас 11 номер команды Виктория. И очередной стандарт. Иванов идет в центр штрафной. С аналогичной ситуацией он открыл счет. Начал Колесников. Сантиметров не хватает сейчас Колесникову. И Сафронов возвращается на скамейку. Все в порядке с нашим игроком. Минеев. Забегание от Колесникова. Перевод на Якубова. Якубов сейчас может убежать. Нет, проходят защитники. Карапетян. Сейчас непонимание между защитником и вратарем. Калимов хорошо сейчас забежал, вывел соперника. Опасный момент сейчас. Очередной угловой. Розыгрыш Загайнов, Неев. Убегает сейчас от троих. Неев. Иванов должен быть первым на мяче, да, через вратаря. Очередной запрос. Команда Виктория в атаке. Удар. Открываю защитник сейчас удар. Карапетян Малей, по-моему. Принял удар на себя. Хорошая контратака у команды Виктория. Колесников, здорово, сейчас на опережение. И не успевает их куб мячу сейчас. Хватает чуть-чуть.
Рогов. Подходит к концу у нас первый тайм. Штаб приведем 1-0. Хороший заброс на Колесникова. Сразу два защитника встречают Радмира. Убегает он от них. Скидка в центр. И нету никого там. Иванов, удар. Вышваров. Хороший проход от Колесникова Радмира. Халимов первый на мяче. Заганин забирает подбор. Якубов на правом фланге пытается сейчас завязать. Здорово, справляется. Удар! Изучить свисток, первый тайм окончен. Хватает нашей команды. Появляется команда на поле. Стартовый состав нашей команды без изменений. Свисток. Второй тайм начался. По-прежнему 1-0. Халимов. Передача в центр на Минеева. Колесников. Убирают игроки Виктория. Не надо держать на них, они по-другому решили. Сядьте все, быстрее! Команда Виктория на сегодняшнюю игру выбрала тактику от обороны и играть только на контратаках. Удар, и рядом со штангой сейчас. По-моему, было касание нашего вратаря. В дальний угол мяч летел. Вместо Минеева появляется Сафронов. Вторая подача. Ефимов кулаками сейчас. Карапетян. Иванов.
Царапал сейчас. Неточная передача. Сафронов есть возможность зацепиться и убежать. Сафронова по левому флангу. Попытка прострела. Проходит передача, прерываются защитники. Колесников. Передача в центр не проходит. И команда Виктория убегает. Игрок. И Ефимов своевременно страхует защитников. Тяжело было нападающему Виктории наносить точный удар. Два защитника у него на плечах висели. Команда Виктория на перехватах сейчас пытается выходить. Заброс на Колесникова. Опережает его защитник. Приходит мяч к Халимову. Хорошо на Сафронова. Иванов. Запутался сейчас Артур. И потеря мяча. Игрок Виктория сейчас убегает. И Кубов здорово оттесняет корпусом, прокидывает между ног. Убегает Якубов от двоих. И зарабатывает угловой. Сейчас хороший. У нас замена появляется. Минеев вместо Иванова. Халимов смещается в центр. И Сафронов слева в защите. У нас пока угловой готовится подавать. Минеев. Дача. Колесо догоняет соперника. Довольно-таки узко с меня играл, потерял мяч. Thank you.
Колесников. На паузе сейчас убирает соперника и назад через Сафронова. Сафронов дальше через дом. Нету продолжения сейчас. Наши ребят. Ну, справа у нас Якубов. Скучает сейчас. Не видят его партнеры. Заброс на Минеева. И Минеев убегает. Хороший заброс от Сафронова на Минеева. Угловой. Сафронов штрафной. Может, мы знаем, пробить головой. Загайнов. Удар. Ворот сейчас мяч летает. Халимов в центре, подхватывает мяч, убегает. Может, Халимов убежать, перед... ну, не готов Минеев сейчас к этой передаче. Выключился Минеев из игры. Продолжает команда Виктория на контратаках. Какая хорошая передача! Какая хорошая передача сейчас была Загайнова на Якубова. Прострел Якубова в штрафную, и Минеев опять не в моменте у нас оказывается. Хорошо, Загайнов увидел Якубова сейчас. Попытка дальнего заброса. Сафронов на Колесникова. Далеко Колесников сейчас отпускает. Сафронов. Хорошо в центр на Халимова. Якубов. Получилось сейчас Якубова пробросить. И Халимов здорово сейчас отрабатывает в защите. Отворот. Быстрый розыгрыш. Сафронов сейчас поднимает мяч. Пускает Халимов сейчас. Карапетян. Сафронов поднимает. Перевод на Якубова. Доходит мяч после рикошета. Спиной мяч. Знанир. Передача в центр на Загайнова. Халин успевает встать. Прокидывает между трех игроков. Четвертый защитник подстраховал своих партнеров. Да.
Карапетян. Не видит сейчас Карапетян опять Якубова. Так, наши ребята через левый фланг. Перевод на Якубова. Якубов с лету на Минеева. Минеев. Четырех игроков собрал. Загайнов. Выше ворот. Вместо Халимова появляется Иванов. Сафронов сейчас будет ставить корпус, да, ворот. Карапетян сейчас. Минеева. Минеев. Доход между Якубова. Возвращает Якубов Минееву. Прокидывает Минеев сейчас между ног соперника. Подача в штрафную. Загайнов. Иванов. Сафронов. Минеев, касание Якубова. Якубов здорово пробрасывает. И успевает сделать передачу. Колесников. Сафронов. Ошибается Сафронов в передаче. Он сам исправляет свою ошибку. Колесников. Не точно сейчас Колесников делал передачу. Карапетян. Здорово на опережение. Удар. Выше ворот сейчас. Халим появляется вместо Колесникова. Якубов здорово сейчас со спины обокрал соперника. Подача штрафную, Минеев. Но опять не готов. Ждет он, когда прямо в ноги придет к нему мяч. Свисток и аут в пользу команды Виктория. Якубов. Выцарапывает Якубов мяч. Подача. Сафронов. Но. С Халимовым. Загайнов. Удар. Хороший сейф. Вратаря команды Виктория. Подача.
Еще раз. Еще один главой будет меня подавать. А я по 6 минут. Подача высокая. Халимов. Сафронов. Хорошо, Сафронов, Сванов в центре находит. Загайнов заходит между Минеева, и у Минеева опять потеря. Теряет мяч. Карапетян первый на мяче. Загайнов. Хороший заброс. И Халимов. Халимов делает 2-0 с острова, практически с нулевого угла. Халимов, делая прострел, забивает второй мяч. Не выключился, вот как раз из момента сейчас показательно Халимов. Доиграл до конца и забивает гол. Да-да. Карапетян опять не видит. Салют на один. Якубов на правом фланге. Иванов, Минеев, Колесников. Забегание Загайнова. Защитник сейчас принимают на себя. Карапетян хорошо. Сейчас Карапетян. Минеев. Колесников. Якубов. Удар. И в перекладину сейчас попадает Данир. Свисток. Удар по ногам со стороны Колесникова. Чистейший офсайд. Так, смотрите.
Поймали сейчас ловушку игроков команды Виктория на искусственном офсайте. Правая. Не поняли сейчас Иванов с Колесником. Вместо Иванова Халимов появляется на поле в центре защиты. Минеев есть где разбежаться. Забегание Якубова. Ну, очень сильная передача от Минеева. И надо бежать домой сейчас. Бежит команда Виктория в контратаку. Не дает Карпитян. Последние минуты матча у нас должны идти уже. Якубов не дает сейчас развернуться. Сафронов. Сафронов пока с мячом. Якубов не успевает сейчас. И звучит финальный свисток. 2-0 заканчивается наш матч. Да, Халим Голов. Иванов. И Халим.